Здравствуйте! В этом видео я расскажу, чем подкормить розы. Срочно прям надо подкормить, потому что розы сейчас более уязвимы, потому что они сейчас набирают массу, и нам надо сделать так, чтобы они не болели. Данное средство отпугивает вредителей, насекомых, помогает от различных заболеваний, вирусов, болячек, бактериальных, помогает также от различных гнилей и других болезней. То есть это стопроцентное рабочее средство, которое вы можете попробовать. Итак, этим средством можно опрыскать. Я проливаю, потому что это универсальное средство, которое помогает набрать одновременно как бы удобрение и одновременно профилактика от различных болезней. Поэтому проливаем для того, чтобы нарастить мощную массу, и опрыскиваем. Итак, это нашатырный спирт, аммиак. Его можно приобрести в аптеке, он стоит недорого. Нам понадобится всего 1 столовая ложка на 1 литр воды. Аммиак или нашатырный спирт бывает технический, обычно его используют в огороде, либо вот аптечный. Мне больше нравится аптечный, потому что по действию он намного лучше, чем технический. То есть эффект от аптечного намного вот лучше, даже вы увидите по массе. Также для профилактики различных болезней мы еще добавляем йод. Всего 4 капельки на 10 литров воды. Этого будет вполне достаточно, потому что сам аммиак как профилактика от болезней, так и йод профилактика от болезней. Такую подкормку можно вносить именно весной. То есть, если вы ее еще не делали, то можно произвести именно сейчас. Для того, чтобы набрать массу и чтобы растение не болело. Достаточно обработать всего один раз для того, чтобы нарастить мощный здоровый кустик. Поливаем. Так как кусты у меня еще маленькие, я проливаю их сверху, снизу. И очень хорошо необходимо пролить для того, чтобы почва хорошо промокла, увлажнилась и наша подкормка хорошо подействовала. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена.